Христос воскресе, доброе утро, братья и сестры. Мало кто знает, что служение в кафедральных соборах это еще и учительская такая история, когда мы молодые, учим вообще молодых, только рукоположенных священнослужителей, диакона или священника, учим их служить, кадить, молиться. Все-все-все то, что нужно будет человеку потом в самостоятельной приходской жизни. И я думаю, надо с этим поделиться, потому что мне кажется, многие не знают, что у нас есть такая часть нашей истории, это посвященных молодых, научить, зарядить, так сказать, чтобы потом этот небольшой корабль спасения в лице священнослужителя, придя на приход, вспоминал, как в кафедральном соборе его учили чинно, красиво, благоговейно, со страхом Божьим служить и творить дело спасения и своей души, и помогать другим людям. Поэтому у нас сейчас в кафедральном соборе Преображенском служит отец Вадим, диакон, у него семья, есть дети, и сейчас он проходит уже вторую неделю практики, очень приличнейший человек, благоговейный, со страхом Божьим, внимательный, и очень легко ему дается служить, поэтому радуюсь, смотря на него, стою сбоку, сам ничего не делаю, а человек служит за меня. Хорошего всем дня. И еще просьба. С сегодняшнего дня я бы хотел, чтобы люди, которые комментируют мое видео, обязательно писали, с какого города и с какой страны. Спасибо. Хорошего дня всем. Тебе приносящие во всех и